каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Сегодня в Национальном музее Тувы фонд памяти и Государственный музей истории ГУЛАГа в рамках межрегионального сотрудничества открыла выставку «Стена скорби». Выставка посвящена истории создания первого общенационального монумента жертвам политических репрессий. Открытие монумента работы скульптора Георгия Франгуляна состоялось 30 октября прошлого года в Москве. Проект был реализован в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Тува – это, собственно, тот регион, в который мы давно уже собирались приехать. И ваш музей, который посвящен тоже памяти о репрессиях, музей политических репрессий, он входит в состав Ассоциации российских музеев памяти. И Шалбан Сергеевич, он нас пригласил с этой выставкой, и он был таким инициатором. И мы, конечно, не могли не приехать. И вот выставка и переговоры о совместных выставках уже у нас в Москве. Вот сейчас мы подписали соглашение, и сейчас уже говорим и думаем о выставке, которая будет посвящена репрессивному коню. История показывает, страна может двигаться вперед, только чувствуя ответственность перед прошлым. Память о самых трагических событиях может объединить общество и создать чувство ответственности за себя и государство. Так и Любовь Адык-Тюлюш, будучи дочерью и внучкой репрессированных, считает, что подобные выставки в первую очередь нужны для подрастающего поколения. Выставка хорошая, очень содержательная выставка для молодежи. В этой выставке я действительно убедилась, что именно вот забирали самые лучшие умы и таланты народа, как и в истории нашей Тувы. Вот это мы, значит, в Каракане наши московские гости все были, и они были очень ошеломлены гостеприимством, и там наши самые такие старейшины их благословляли, и поэтому они были очень рады. В экспозиции 10 работ финалистов конкурса проектов монумента жертвам политических репрессий. Также она будет дополнена материалами Национального музея республики об истории политических репрессий в Туве. Будут представлены фотографии, копии архивных документов и личные вещи жертв политических репрессий. Как сообщили в Главном управлении регионального МЧС, в поселке Кахем Кызылского района обстановка с подтоплением стабилизировалась. Поток склоновых вод уменьшился. Уровень воды на приусадебных участках падает. По состоянию на 9 часов утра 30 марта за сутки на 21 уменьшилось количество приусадебных участков. Потопленными придомовыми территориями остаются 105, из них 60 домов. В целом обстановка в районе подтопления стабилизировалась, поток склоновых вод уменьшился. Дальнейшая угроза подтопления населенного пункта отсутствует. Уровень воды на приусадебных участках падает, ухудшение обстановки не прогнозируется. 29 марта в связи с выходом наледевых вод официально закрыта Тоджинская ледовая переправа через реку Большой Енисей. Для закрытия переправы был проведен ряд мероприятий. В частности, разрушение ледового покрытия было произведено методом распиловки льда. Прегражден путь съезда на переправу и выставлены шлагбаумы. Напомню, что в результате проверок на двух ледовых переправах Элихемской в Улухемском районе и Карахакской в Кызылском районе грузоподъемность оставлена прежней – 5 тонн. Толщина льда на ледовых переправах Бельбейская и Усть-Буренская в Кахемском районе составляет от 50 до 70 сантиметров, соответственно, с грузоподъемностью 10 тонн. Эксплуатация этих ледовых переправ разрешена до 30 марта. В минувшие дни на базе телевидеокомпании «Новый век» подвели итоги республиканского конкурса «Сонгукчо». Так, первая республиканская ФМ-радио «Голос Азии» подарила 5 мобильных телефонов марки iPhone 8 счастливчикам, победившим в конкурсе «Сонгукчо», что с тувинского означает «избиратель». Отметим, конкурс начался 18 марта, в день выборов президента Российской Федерации. По его условиям, участникам предлагали сделать фото на специальном баннере, которые были установлены почти на всех избирательных участках. Фотографию необходимо было опубликовать в социальной сети ВКонтакте или Инстаграм с хэштегом «Сонгукчо». Главный из критериев – сделать это нужно было до 20 марта. После компьютер собрал все фотографии на сайте songukcho.rf, где проходило голосование. Авторы 5 фотографий, набравших наибольшее количество голосов, сегодня получили заветные телефоны.
Спасибо большое поддержке моих друзей, моих школьных друзей, моих друзей с института, моих родственников, которые переживали. У меня бабушка бедная, она говорит, я там за тебя голосую, я это уже все поставила, так что там давай дальше, крепись, держись, коллеги. Конечно же, вообще огромная поддержка от коллег, они... Каждый день с утра приходили, мне говорили, на каком я месте, я еще не успела прийти на работу, мне уже говорят, а ты вот там-то, вот, я уже позвонил всем родственникам, давай, будем тебя поднимать еще выше и выше. И, ну вот, как-то вот такой огромной поддержкой, как-то вот, вот так вот все и получилось. Это нужно было, я писала друзьям, я звонила друзьям, это был повод, чтобы в конце концов еще позвонить и поговорить с ними, спросить, как у них дела, и в конце, что поддержите, ребята, давайте, попросите своих друзей. И, ну вот, как-то так. И, конечно же, радость, счастье. Я думаю, как здорово, это так классно, ура, новый телефон. И, в общем, я даже не знаю, как это передать. Это классно, это моя первая такая большая победа. И, ну, конечно, радость. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионеров в 2017 году. В Туве повышение коснется более 20 тысяч пенсионеров, включая получателей социальных пенсий. Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышается госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан. В результате индексации средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы увеличится на более 520 рублей, соответственно, и составит 18 648 рублей в районах Крайнего Севера, куда входят Мангунтайгинский, Толжинский и Терехольский районы. В остальных районах республики в Кызыле социальная пенсия составит чуть больше 17 400 рублей. Вырастет пенсия круглых сирот и детей, оба родителя которых неизвестны, и повышение в районах Крайнего Севера составит 437 рублей, а в остальных повысится на 408. Если же размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена федеральная социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума пенсионера. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 76 копеек, евро 71 рубль 9 копеек. Хочешь мощные банки или стройную фигуру? Переходи на спортивное питание. Все для фитоняшек и спортсменов. Тува Спортпит. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина, фитнес-джим, второй этаж. Торговый дом «Азаз», павильон номер 20. Региональный следственный комитет организовал доследственную проверку по факту затопления 249 жилых домов, расположенных у подножия горы Хербис в юго-восточной части поселка Кахем Кызылского района. Установлено, что в 2017 году в этой же части поселка имело место массовое затопление жилых домов. Однако должностными лицами не было предпринято надлежащих мер по недопущению подобного факта. А 25 марта текущего года в результате резкого потепления и схода талой воды у подножия горы Хербис в юго-восточной части поселка Кахим произошел прорыв защитного сооружения насыпи. В зону подтопления попали 249 жилых домов, находящихся на улице Горнорудная, Интернациональная, Кедровая, Анаяк, Молчин, Холмистая, Намзырай, Тувинских добровольцев, Мелиораторов, Высокая, Фестивальная, Целинная. Полностью были затоплены 133 дома. В потопленных домах проживали 148 человек, в том числе 33 ребенка. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва по данному факту, по материалам прокурорской проверки, организована доследственная проверка. В ходе данной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц поселковой администрации и администрации Кызылского района на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Минздравом Тувы приобретаются путевки на санаторно-курортное лечение в детские санатории озера Шира, Белокуриха, а также в санатории близлежащих регионов. Проезд до санатория и обратно обеспечивается родителями. В случае направления детей-инвалидов оплата проезда производится региональным отделением Фонда социального страхования. Для этого Минздраве Тувы необходимо получить направление на имя ребенка и талон номер 2. Перевозка детей осуществляется официальным перевозчиком, имеющим все соответствующие документы. Чтобы получить путевку на санаторно-курортное лечение для ребенка, его родители или законные представители могут обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. Отбор и направление детей на лечение осуществляется при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. Путевки распределяются среди медицинских организаций республики в зависимости от количества детей с хроническими заболеваниями, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организаций. Если же родители приобрели путевку сами на ребенка в возрасте от 4 до 15 лет, то они могут получить за нее компенсацию в размере 80% от установленной в Республике Тыва стоимости путевки, то есть 16 405 рублей и 2 копейки. Для этого нужно не позднее 1 месяца с даты пребывания ребенка в санатории или лагере представить Министерству здравоохранения пакет документов. В Туве при поддержке правительства республики прошло первенство по волейболу среди юношей и девушек 2000-2002 годов рождения. В Кызыл съехались 24 юношеских и 24 команды девушек из всех районов, кроме Терехольского. Сражения прошли нешуточные. На кону было получение спортивных разрядов по волейболу. По информации Министерства по делам молодежи и спорта республики, в прошлом году удалось получить официальную аккредитацию, что позволяет присваивать спортивные разряды. Так, по положению единой всероссийской спортивной классификации команды, занявшие первые и вторые места среди юношей и девушек до 18 лет, получают второй спортивный разряд по виду спорта – волейбол. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность без осадков. В Кызыле переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, днем плюс 12, плюс 14. На дорогах местами гололедица.